Всем привет, друзья! С вами Троллис 12. Хочу записать коротенькое видео. Хочу изменить характеристики мода разлома на войну. Уже, наверное, в 10-й раз. Будем смотреть, можно ли добиться что-то действительно путевого. Вот на данный момент что у меня сейчас? Война, 43% урона холодом, 54% ударного, 25% дает скорость атаки. И зато минус 28 эффективности комбо ближнего боя. Ну что ж, давайте посмотрим, что же мы можем выменять. Шило на мыло. Итак, меняем, изменить. За 3500. Кручу, мучу, гадать хочу. Что мы получаем? Получаем мы 60% урона огнем. 93% урона в ближнем бою. В принципе, да? В принципе, нормально. Наверное, даже не стоит рисковать дальше. Или посмотреть, что он предложит еще. По-моему, я могу вернуть назад. А ну, вы уверены, что хотите? Давайте кручу-мучу. И что нам делает? 77 криту. Не хочу. Получается, я лучше оставлю вот этот вот показатель. 60 урона огнем и 93 урона в ближнем бою. Конечно, 77 криту. А, еще и при скольжении. Нет, это нам не подходит. Оставляем вот этот вот мод. Создать выбранный мод, да. Все. Оставляем вот этот вот. Потому что минус 11% урона зараженным — это не настолько критично. Ну вот, мне кажется, все-таки я немного, да? Немного улучшил. А ну, что мы еще рассчитаем? 60 огнем и 93% урона в ближнем бою. Да, оставляю пока что этот, нормально. Гляньте как. Закрутил, замутил. И в этот раз вроде что-то путевое выскочило. Ну все, всем пока.